Этот турнир первый, но вполне может стать традиционным. Тем более в регионе греко-римская борьба – вид спорта весьма популярный. Заниматься им начинают с самых юных лет. Поэтому для начинающих борцов подобные турниры очень важны. Они помогают проявить себя и сделать свои первые шаги в спорте. Чемпион мира Сергей Емелин знает об этом не понаслышке. Его путь на пьедесталы высочайшего уровня начинался так же. Соревнования детские, они для детей очень полезны. И это малые победы для того, чтобы у них был рост, чтобы был интерес. И в дальнейшем, чтобы из этих ребят вырастали чемпионы Европы, мира, Олимпийских игр. Перед началом соревнований участников ожидало торжественное открытие, на котором напутственные слова им сказали почетные гости. Всегда важно упорно тренироваться, а главное – это дисциплина. Без нее успеха в спорте, да и в любом другом начинании, не добиться. Юные борцы сражались за победу со спортивным азартом и большим энтузиазмом. В конце соревнований победителей ждали медали, но главное, что они дали юным борцам опыт. Он поможет добиваться новых побед и свершений.